о предложениях, которые были озвучены Министерством обороны, которые еще будут конкретизироваться, об увеличении призывного возраста. Вам также известно, что в целом концептуально президент Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, и в данном случае Министерство обороны выполняет свою роль. Исключить ее действительно нельзя, и, разумеется, в таком диалоге есть польза, но о точных датах мне неизвестно.